нас не было ни прямых столкновений, ничего. Мы только тупо копали окопы. Qondarma Luqansk Respublikasından işğalçı Rus ordusuna çağrılmış bir grup döyüşçü Ukrayna silahlı qüvvələri tərəfindən əsir götürülüb. Həkim, mühəndis və digər peşə sahibləri olduqlarını deyən əsirlər 4 ay müddətində ancaq səngər qazdıqlarını, döyüşlərdə iştirak etmədiklərini bildirib. Əsirlər sonda komandirləri tərəfindən atıldıqlarını deyir. Нет, в поселок мы не ходили, не ездили, мы не людей не видели. Мы вот так вот. Жили в посадке. В посадке. Просто тупо в посадке. Жили и все. А наш транспорт был трактор с лафетом. Трактор с лафетом? Да, да, да. Мы ездили на тракторе. Там же с лафетом, и бочка с водой, вот наша вода. И питьевая, и трактора также на позициях, там и остальные. А когда пришло время, я тебе помахали ручкой и свалили, а вы расхлебывайте как хотите. Так ну это с 14-го года, ребят. Все, ну, мы же земляки, мы же в том-то и дело, что мы-то с 14-го не были там. Вот просто тупо.